Актау спортсмен-любитель спас от верной гибели двух людей. Их уносило в открытое море на водном аттракционе, который не был закреплен на берегу. Мужчина, услышав крики о помощи, бросился к отдыхающим. Проходил мимо них, они начали кричать: помогите, спасите там. В общем, я подошел к ним и говорю: бросайте вашу эту штуку. Спортсмен говорит, что кайт-спортивное устройство способно выдерживать вес не более 100 килограмм, а ему же пришлось тащить около 200. Но благодаря 7-летнему стажу и регулярным тренировкам он справился. Люди не паниковали и не цеплялись за тросы. Иначе все могло обернуться трагедией. За происходящим с берега наблюдали отдыхающие. Они вызвали водных спасателей, однако те так и не пришли. Опытные кайтер-серферы говорят, что подобные ситуации наблюдают часто. Люди не соблюдают правил техники безопасности, купаются пьяными в ветреную погоду, а эксплуатацию водных аттракционов никто не контролирует. В Актау двое мужчин утонули в море, утопающую женщину спасли полицейские. Происшествие случилось накануне днем. На пульт дежурной части Департамента внутренних дел поступило сообщение о том, что несколько человек терпят бедствие на Каспии. Большая волна затянула трех жителей в открытое море. Прибывший на место ЧП наряд полиции не стал ждать спасателей, и полицейские бросились в бушующую воду. Первой на берег удалось вытащить женщину. Немногим позже спасли мужчину, но, к сожалению, до приезда бригады скорой помощи пострадавший скончался. Труп третьего человека обнаружили сегодня. Полиция регулярно предупреждает жителей о последствиях купания в запрещенных местах. По прибытию на место происшествия мы обнаружили на берегу много людей, которые боялись из-за высокой волны помочь утонувшим. По долгу службы мы не могли оставаться в стороне, поэтому, не раздумывая, бросились в воду, чтобы спасти людей.
там рыбка. Тихо, вон видите, человек тонет, нельзя так купаться. Конечно. Ничего страшного, отпрыгну сейчас. Не дыши, Господь. Ой, наоборот, дыши. На счету Тимура Джумалиева, полицейского из Актау, не одна спасенная жизнь. Он вызволял людей из огненной стихии, спасал тонущих. В декабре прошлого года он вытащил из Каспия женщину, которая пыталась покончить с собой. В прессе этот случай назвали чудесным спасением русалки. С героем нашего времени встретилась Тамара Степанова. Всего пару минут эта женщина могла бы погибнуть, но тогда еще участковый Тимур Джумалиев вместе с одним из очевидцев отреагировали моментально, бросились в ледяной Каспий. Вытащил, уже женщина была окаменевшая, такая красная вся, как рак. Вот. После чего вызвали скорую, сейчас все хорошо, тоже созванился, спасибо говорят. Такие случаи у нас каждый день бывают, ежедневно. Мы работаем не для эфира, мы работаем с народом. Я с детства связан с полицией, то есть мой отец сам пенсионер, полковник на пенсии, тоже проработал много лет, и всегда я ориентировался на него.